Пятница – лучший день недели и праздник для мусульман. Еженедельно мусульмане всего мира посещают в этот день джума-мечеть и совершают обязательную коллективную молитву. Пятничный коллективный намаз, как говорят ученые-богословы, способствует единению мусульман, укреплению уз братства и дружбы между ними. Каждую неделю для мусульманина, вне зависимости от того, где он находится, наступает большой праздник. Это пятничный день, который приносит радость в дома верующих. Начиная с раннего утра, мечеть заполняется прихожанами. Все стремятся совершить обязательную пятничную молитву. Это цель моей жизни, это ислам, это самое главное, пятничный намаз. Пятничный намаз столько, я не знаю, это обязанность каждого мусульманина, каждого человека. Ведь намазы самые главные, самые важные, я считаю, этот пятничный намаз очень важен. Это же обязанность мусульманина. Каждого совершеннолетнего мусульманина обязательно должен идти на пятничный намаз. Это очень важно. Я стараюсь до Рузмана и после Рузмана распределять свое время, чтобы именно в это время я попал в мечеть. По совету ученых-богословов, чтобы получить большое вознаграждение, нужно приходить на пятничный намаз пораньше и занимать места в первых рядах. Ряд за рядом мечеть начинает постепенно заполняться. До намаза мусульмане читают Коран или зикр. Предваряя обряды пятничной молитвы, перед присутствующими выступает имам или его заместитель с проповедью. На этот раз речь была посвящена важности совершения коллективного намаза. Коллективная молитва 27 раз превосходит молитву, исполненную наедине. Чем отдельно мы совершим намаз, какую-то молитву, 27 раз превышает совершенный нами намаз в коллективе, в джамаате. После азана все верующие совершают заупокойную молитву джаназа за всех усопших на этой неделе мусульман. Далее имам хатыб поднимается на мимбар, с которого на арабском языке читает проповедь хутбу. Далее все приступают к обязательной пятничной молитве. Завершив обязательный еженедельный ритуал, мусульмане выходят из мечети с облегченной душой и радостным настроением от выполненного перед Господом долга. Приятно бывает, легко бывает, настроение бывает. Хочется быть лучше, чем есть. Хочется делать добро людям. На душе, альхамдулилля, такое чувство, что выполнил долг перед Всевышним Аллахом. Хоть в какой-то мере, вот может быть не настолько совершенно, как это положено для нас, как это предписано, но насколько постарался, хотя бы телесно его выполнил. Во-первых, пятничный намаз – это фарз для мужчин. Фарз сделал, альхамдулилля, есть возможность фарз сделать, есть здоровье, альхамдулилля, можем прийти, ходить. Очищение есть, духовное очищение есть, моральное очищение есть. Очень многие вещи, которые ты хочешь, сделал в течение недели, а после пятничного намаза ты каешься за то, что сделал плохое. И радуешься за то, что сделал хорошее. Еще 100 лет мне дали, чтобы это делать, молиться, все два делать. Все это делать, чтобы выгнали меня Всевышнего Аллаха. Пятничный коллективный намаз способствует единству мусульман. Пятница – это праздничный день, но в наши дни многие об этом забыли. Для кого-то это обычный день, в котором нужно просто успеть сделать намаз и вернуться к своим делам. А кто-то, ссылаясь на чрезмерную занятость, даже пропускает его. Согласно исламским канонам, женщинам не нужно приходить на пятничный намаз. Это обязанность каждого мужчины. Он должен приходить на эту молитву и совершать богослужение. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.